2, и еще какая точка? 0. Речь идет о двух. О сумме расстояния от точки до нуля и до двух. Сумма расстояний до двух и до нуля. Она должна быть не меньше, чем 2. Что это за точки такие? Это значит, если, например, возьмем точку здесь, да, то расстояние будет больше, больше или равно. Да. А если здесь, то будет тоже. А вот если между нулем и двойкой, то будет меньше. И значит, как же записывается ответ? От минус бесконечности. Да. Объединение. От двух. Да. Нет, что, включая двойку и ноль. А? Там же у вас... Ой, да, там было больше или равно. Значит, включая. Значит, здесь квадратные скобки. И там тоже. И вторая точка. Ноль. Ноль тоже включая. Если бы там не разница была строгая, тогда было бы не включая. Тогда была бы в скобках. А так квадратная.